Шопен композитор, которого много играют. Считается, что, скажем, вот такие произведения, как вальсы Шопена, там мазурки, прелюдии, в общем, это чисто технической стороны, это не столь сложно. Поэтому ноты можно играть. Музыка, она доступна. Она, казалось бы, не имеет каких-то тех трудностей, которые даже просто чисто вот формально имеет другой гениальный романтик Шуман. Шопен как будто бы проще. И вот в этой кажущейся простоте, как это очень часто бывает, колоссальная трудность исполнения. В то же время он должен быть очень интимным, и в то же время он должен быть очень масштабным. То есть тут очень много всего. Поэтому эта кажущаяся простота, она только на первый взгляд.